Так, ну а сейчас на очереди у нас Настя и, собственно, Токийский Гуль. Номер три. В описании сказано, что Джузо Судзи работает следователем, охотится на гули. Понятно, что кого? Гули. И у него андрогинная внешность. Имеет странное увлечение шитье на теле. Крестиком. И любит рисовать. Итак, так встречаем Настя Токио Гуль. Делу, а это был номер три. Настя, Токио.